В Шымкенте состоялось открытие многофункционального центра обслуживания предпринимателей. Здесь бизнесмены смогут получить не только услуги по нефинансовым мерам поддержки, но и государственные услуги для юридических лиц. Это стало возможным благодаря совместному меморандуму о взаимном сотрудничестве в рамках реализации проекта «Многофункциональный центр обслуживания предпринимателей» между Нацпалатой Атамикен и госкорпорацией «Правительство для граждан». По словам заместителя директора госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Кайрата Минлибекова, сотрудники ЦОНа будут оказывать услуги, которые необходимы для реализации бизнес-идей. Отмечу, что в новом центре юрлица будут получать более 800 услуг. Это и открытие ТОО, и оформление разрешительных документов, и многое другое. Также при желании предприниматели смогут оформить услуги под ключ с помощью наших менеджеров, которые готовы выехать и помочь в формировании пакета документов. По словам заместителя председателя правления Атамикен Тимура Нахыбекова, многофункциональный центр обслуживания предпринимателей в Шымкенте – это второй в стране. Первый открылся недавно в пилотном режиме в Астане. В дальнейшем такие центры откроются по всему Казахстану. Предприниматели смогут теперь получить все услуги в одном месте и по одному заявлению. То есть помимо сервисных услуг, предприниматель сможет получить такие государственные услуги, как регистрация юрлица, узаконение документов по недвижимости, различные виды лицензирования, разрешительные документы и так далее. Внедрение многофункциональных центров обслуживания предпринимателей поможет повысить предпринимательскую грамотность населения, обеспечить комплексное сопровождение бизнесменов на всех этапах, а также получение всех услуг по принципу одного окна. Стоит отметить, что услуги будут предоставляться в сроки, соответствующие стандартам госуслуг. Таким образом, по принципу одного окна в многофункциональном центре обслуживания предпринимателей будет доступно 958 услуг, 860 из которых госуслуги, а 98 – это сервисные услуги и услуги финансовых институтов. Проект направлен на комплексное сопровождение действующего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой на всех этапах развития бизнеса. От момента возникновения бизнес-идеи до финансирования и реализации проекта. Ажнарапова, Ербол Махашев. Новости.